Привет, девчонки. Почему вы танцевали вдвоем только? Потому что мы со своей командой сейчас готовимся к соревнованиям. К сожалению, не успели подготовиться. Поэтому решили, да, решили вдвоем. А сколько времени вам требовалось, чтобы так идеально вместе танцевать? Ну, этот номер мы поставили за 2 ночи. И, к сожалению, я ошиблась. Вот, поэтому он не идеальный. Кость, во время создания весны вы знали, что у вас совпадет она с 1 апреля? Да. А почему вы взяли столь лирическую тему, а не воспользовались моментом? Не знаю. Привет. Скажите, пожалуйста, кто это? Что это за животные? Страусы. А чья идея была таких вот, такого танца? Моя. Мы кое-где посмотрели, да, и решили воплотить в жизнь. А долго ли вы шили сами вот эти вот, этих страусов? На самом деле все очень легко. Обшили колготки, запихнули вату, обшили тканью, и получилась такая красота.